Ребята, всем привет! Сегодня будем рисовать вот такой воздушный шарик. Для этого нам понадобится всего лишь два фломастера, фиолетовый и серый. Давайте начнем. Берем фиолетовый цвет и рисуем две клеточки вправо. Раз, два. Обводим и раскрашиваем. Одну клеточку вниз по диагонали. Далее 4 клеточки вниз. Раз, два, три, 4. Закрасили. Одну клеточку вниз по диагонали. Далее 2 клеточки влево. Раз, два. Одну клеточку вверх по диагонали. Теперь 4 клеточки вверх. Раз, два, три, 4. И одну клеточку вверх. Далее обводим одну клеточку здесь. И здесь. Все остальное мы закрашиваем. Теперь берем серый цвет. От этой клеточки вниз рисуем 2 клеточки. Раз, два. 2 клеточки вниз влево по диагонали. Раз, два. 3 клеточки вниз. Раз, два, три. Закрасили. 2 клеточки вниз. 2 клеточки вниз. Раз, два. Далее одну клеточку вниз по диагонали. И 2 клеточки влево. Раз, два. Закрасили. Вот и все. Рисунок готов. Всем, кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!